Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу вкратце рассказать, как связать вот такую вот шапочку зайка для фотосессий. То есть она рассчитана на объем головы 36-38 сантиметров. Вязалась она на одном дыхании в течение получаса. Вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. Использовала я толстую пряжу от фирмы Alize Lana Gold Plus серого цвета и буквально метров 5, наверное, использовала такой же ниточки, но голубого цвета. То есть в качестве основного я взяла темно-серый и в качестве дополнительного голубой цвет. Я связала вот такую вот шапочку-основку и 4 детальки овала. Причем во внутренних двух детальках я связала вставочку из голубого цвета. Крючок я брала номер 4 и вязала цепочку для ушек из 21 воздушной петельки, при том, что средние 16 столбиков с одним накидом. И делала закругление. То есть связала 2 одинаковые детальки и сшила их между собой. Но сшивать я вам рекомендую, так как сшивала я простой обычной иголочкой с ниточкой. Почему не крючком, то есть почему не косичкой за две стеночки? Для того, чтобы не было слишком широкое ушко. Я когда связала первоначально крючочком, я связывала, то получилось еще плюс где-то по больше, чем пол сантиметра с каждой стороны. Поэтому слишком получается толстое, я вам рекомендую сшивать иголочкой. Для того, чтобы ушко гнулось, ниточка очень толстая, и для того, чтобы ушко гнулось, я его отпарила с двух сторон. То есть обязательно отпарьте для того, чтобы не просто стоячие были вот такие вот ушки. А они, когда вы ставите или одеваете шапочку на младенца, они опускаются и довольно-таки прикольный вид зайчика получается. Шапочку, саму основку я вязала из, начиная с кольца амигуруми. Его делала 12 столбиков с накидом. Затем я делала прибавление в следующем ряду. Каждый столбик по 2 столбика с накидом. Затем чередовала столбик прибавка, провязала 2 столбика прибавка, затем столбики с накидом в каждую петлю, снова прибавка и 4 ряда столбиками с накидом довязала просто без изменения в каждую петлю по столбику. Закончила я шапочку вязать двумя рядами столбиков без накида. Почему решила закончить столбиками без накида? Для того, чтобы шапочка была такая не бесформенная, так как столбики тянутся, а именно вот столбиками без накида плотной такой вязочкой. То есть вот этот где-то 1,5 сантиметрика здесь высота, получается не более такая растянутая. Вот, шапочка у меня где-то приблизительно в высоту получилась 13,5 сантиметров. Довольно-таки красивенько. Ушки я просто пришивала обычной иголочкой с ниточкой. Вот он у меня стык, задний шовчик получился столбиками с накидом. Можно делать его таким грубым. Есть способы, которые можно сделать тайным более швом. Я сильно, честно говоря, здесь не задумывалась об этом, а просто связала обычным способом. Для фотосессии, я думаю, что такой зайка получается очень даже симпатичный. Можно под него связать трусики с бубончиком, хвостиком. Но это уже, так сказать, на ваше желание. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно, если хочет видеоурок кто-то, комментируйте, оставляйте пожелания. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!